Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Я Ольга Румянцева. Сегодня вы услышите рассказ о Востоке в творчестве Николая и Святослава Рерихов. Рерихов была глубоко увлечена культурой и искусством Востока. И это было очень серьезно. Николай Константинович Рерих вместе с семьей совершил удивительную центральноазиатскую экспедицию, которая вошла в историю и географии, и в историю культуры. И надо сказать, что они настолько были покорены Востоком, что вся вторая половина жизни семьи прошла в Индии, в Кулу, на севере Индии. Николай Константинович Рерих, он был влюблен в природу Востока. Она его покорила сразу же, как только он увидел прекрасные Гималаи. Он считал, что нужно найти художнику такую природу, которая может изменить человека, сделать его прекраснее, сделать его лучше. И именно такую природу он нашел в сверкающих Гималаях. И когда он пишет «Гималайские вершины», то это символическое воплощение вершин человеческого духа, к которым каждый человек должен стремиться в своей жизни. Им написано много тысяч этюдов во время экспедиции и в то время, когда он жил в Кулу. Много больших полотен, в основу которых легли какие-то из его этюдов. Но интересно, что он поместил в эту природу и очень многие какие-то апокрифы, легенды. Есть очень интересные сюжеты, связанные с миром Востока. Рерих считал, что каждому человеку в жизни один раз стучится в сердце вестник, который заставляет его иногда переменить всю свою жизнь. И как важно услышать этого вестника, поверить ему и изменить свою жизнь согласно вот этому призыву. Иногда вестник стучит в сердце целого народа, и меняется судьба целого народа, целого государства. Картина «Гуру Гуридхар» – «Путь учителя учителей». У нее еще есть одно название – «Свет небесный». Удивительная совершенно вещь. Отшельник выходит из пещеры, где он много-много лет трудился разумом. Он искал какие-то истины, которые могут помочь человечеству. И вот он выходит из этой пещеры, в руке он держит светильник. Это символ того света знаний, который он выносит человечеству. И снова это помещено в совершенно замечательный горный такой пейзаж, тоже очень таинственный. Потрясающие цвета вот этого глубокого синего индиго, эти вот переходы оттенков, которыми он изображает скалы. Это только Рерих так умел. Его за это не случайно называли «мастер гор». И большое его полотно «Чудо, явление Мессии» совершенно замечательно передает одну из легенд. Рерих об этом пишет так. «Однажды мне встретился эфиоп и рассказал о легенде о том, что когда придет спаситель мира, он пройдет по мосту, и семь посвященных, зная о его прибытии, падут ниц, встречая его священные лучи». Рерих так и пишет. Вот этот огромный мост, который у Рериха всегда был символом единения сердец. И там, вдали, всех цветов радуги, удивительные лучи приближающегося божества и семь небольших фигур вот этих посвященных пали ниц, встречая прекрасное божество. Святослав Николаевич Рерих, сын Николая Константиновича, был не меньше увлечен
миром Востока. Он писал очень много и портретов самых разных деятелей Востока, деятелей культуры. И замечательно отобразил индийскую природу. Он был удивительным совершенно мастером передачи индийского быта. У него есть целая серия «Наши соседи» замечательная, где передана жизнь соседей именно индийских селений, которые рядом с ними находились. Но особенно он известен как портретист. Он пишет портрет своей жены Девики Рани Рерих в 1945 году, как раз когда они соединили свои судьбы. Это замечательная женщина, это удивительная индийская кинозвезда, которая была сначала очень популярна еще в немых фильмах, а затем, пройдя очень сложную работу и обучение в Германии, стала делать удивительные по искусству фильмы уже звуковые. Знаменитый ее фильм «Карма» был известен даже и в Европе. Он пишет портрет Неру в 1942 году. Джавахарлал Неру приехал к ним в Кулу. Святослав привез его к отцу. И он был там около 10 дней. Они без конца говорили о будущем Индии. Как это в Индии все может произойти. Индия в то время еще колония. Этот момент, когда Неру недавно вышел из тюрьмы. И будущее Индии его необыкновенно волнует. И Святослав Рерих создает портрет, в котором потрясающе отображена мысль этого великого человека. Мысль и мечта о том будущем, которое ждет индийский народ, которого он бесконечно любил. Очень интересен портрет отшельника, который сошел с гималайских высот, вышел из какой-то своей пещеры, в которой он долго находился. Но он был очень связан с людьми. Так этот отшельник, он работал с Юрием Николаевичем Рерихом, известнейшим востоковедом, над переводом тибетских медицинских рукописей, которые были очень зашифрованы. И он считался настолько мудрым ученым, настолько святым, что Девика Рани Рерих, когда проходила мимо этого портрета на выставке, она обязательно касалась рамы этого портрета. Она считала, что он как-то ей поможет и принесет ей какую-то благодать. Но Святослав Николаевич ведь изумительно писал и индийскую природу. Вот, например, картина «Дамодар Кунт». Храмовый бассейн, в котором отражаются окружающие его деревья. Но посмотрите на небо, это же удивительно передано вот это сочетание зеленовато-голубого с оранжевым. Это именно так выглядит потрясающий индийский закат, когда контраст, резкий контраст между цветами только углубляет восприятие природы и понимает постигнуть ее красоту. Надо сказать, что творчество и Николая, и Святослава Рерихов, особенно именно та часть, которая касается изображения мира Востока, всегда пользовалась очень большой популярностью у любителей искусства. И вообще к наследию Рерихов и к литературному, и к изобразительному их искусству всегда был необыкновенно большой интерес. Он был и в начале, и в середине 20 века, но он таким же остается и теперь. Рерихов очень любят, и каждая выставка, которая появляется в музеях, непременно вызывает очень большой интерес и душевный отклик. Всего доброго! Смотрите программу «7 дней истории». Сегодня мы рассказали вам о Востоке в творчестве Николая и Святослава Рерихов. Завтра вы увидите рассказ о российском государстве.